Хе-хе, ребята, здорово всем! Вы на канале S-Game Street, с вами Рауль, и мы продолжаем проходить Sudden Strike 4, Africa Desert War, Африка война в пустыне. Итак, у нас финальный уровень за Британию и за всю DLC-шку. Значит, битва за линию Моретто. Давайте посмотрим. Значит, битва за линию Моретто. После победы союзника во второй битве при Аль-Аламейне, объединенные войска немцев и итальянцев начали масштабное отступление, отчаянно пытаясь задержать наступающего противника. Британцы, впервые за долгое время снова пришедшие в наступление, догнали солдат Оси на линии Моретто в Южном Тунисе. Укрепления линии были построены французами, но захвачены немцами в начале кампании. Несмотря на то, что силы союзников смогли создать плацдарм 19 марта 1943 года, серия контратак не дала им пройти дальше. 26 числа новозеландская дивизия пошла в атаку через перевал Тебага, обойдя холмы Матмата, и эта новая угроза, как и непрекращающиеся атаки с фронта, медленно, но верно прорвали линию Моретто. 31 марта ось была вынуждена отступить, едва сумев избежать окружения. Несмотря на все усилия, они больше не смогли переломить ход военных действий в Африканском театре военных действий. И вскоре покинули его. Короче. Так. Сэр Ричард О'Коннор. Давайте в этот раз возьмем Харальда Александра, доктрину поддержки. И возьмем, значит, осколочные гранаты, ремонтные комплекты и бронирование. Взорвите первый ров на линии Морет с помощью взрывчатки. Взорвите второй ров на линии. Проведите бронетехнику сквозь проходы в линии и обороняйте позицию. Выдвигайтесь вперед и уничтожьте следующую линию обороны. Тем временем одна дивизия прибыла к перевалу Тебага, где мы должны прорваться, взяла врага в клещи и уничтожила его. Так, план ясен. Посмотрим, какая она будет. В принципе, похоже на прошлый уровень чем-то. Битва за линию Моретто. 1943 год. Вас ждет тяжелый бой. Блин. Вашим людям нужно проявить героизм, чтобы прорваться сквозь линию Моретто. Блин, мне столько техники дали, офигеть, конечно. Непреодолимые для техники. Нужно проложить путь с помощью старого доброго динамита. Ваша пехота должна справиться с размещением зарядов. Блин, мне столько техники дали. Или нет, еще не дали. Это все еще под контролем, так скажу, искусственного интеллекта. Я могу лишь управлять пехотой. Мы должны пробить через первый ров. Походу мы должны что-то взорвать, подорвать, не знаю. А вот, заложить тротил. Вот он ставит тротил, взрывчатку, да? И сюда еще одну нужно поставить. Это офицер, да, снайпер? Нет, снайпер. Окейчики. Пошли дальше. Infantry moving. Ready for battle. Fire! Знакомая техника. Этим, кстати, пользовались и в самом Sudden Strike, когда играли за союзников. Infantry reporting for duty. Так, окей. Yes, sir. Сюда тоже ставим.
Machine gunner reporting for duty. Yes, infantry moving. Погнали, погнали дальше. Moving, sir. Это у нас последняя, да, точка. Сейчас подорвем все к чертовой матери. Угу. Так, все. Идем на безопасное расстояние. Давайте все одновременно взрываем. Отлично. Отправьте пехоту к следующему валу. Вы знаете, что делать. Пробейте путь для бронетехники с помощью взрывчатки. Окей. Повторяем то же самое со вторым валом, да? А здесь уже бункер есть. Бункеры. Infantry moving. Infantry moving. Enemy sighted. Нужно зачищать и минировать, чтобы взорвать. Ладно. Честно говоря, очень даже хорошо. Побежали сюда. Так, классно. Блин, добили еще. Все, наконец, давайте минировать. Угу, еще здесь танки появились. Или это с этой группы? А, нет, это с этой группы пошли. Туда. Окей. Так. Я не понял, что-то здесь установили мы тротил или нет? Infantry reporting for duty. Machine gun oiled and ready. Fire! Не понял. Он стоит и... А, во, все, уже ставят. Так, хорошо. Уничтожаем. То есть зачищаем следующий бункер. Мне так кажется, что уровень будет чуть сложноватым. Хотя в прошлой части я тоже самое говорил. Посмотрим. Просто эти всегда уровни, где эти линии есть, всегда такие чуть сложноватые. Даже, блин, линия Маннергейма в дополнение Final Adventure Winter Storm. Так, твою мать. Machine gun oiled and ready. Ребята, чё вы как тупые стоите, а? Чё-то не понял. Давайте, давайте, зачищайте, блин. Стоят как тупые. Товарищ, тоже помогите, чтобы не умер. И заложим. Протил. Заложим тротил на вторую точку. А дальше уже их не, так скажу, территория. Orders.
Хорошо. Погнали дальше. Инфантри on the move. Kill them. Здесь поскорее намного разобрались, чем здесь, блин, чем здесь. Что-то они у меня затупили. Интересно, из-за чего? Наверное, местность какая-то гульканутая была, так скажу. Да, да. Да ладно. Так, здесь тоже есть. Погнали далее. Побежали, мои дорогие. Остается одна точка. То есть две точки. Хорошо. Machine gun moving. Infantry moving. Medic moving. Enemy. Shoot them. Attack. Ну что, ребята, что что страшное? То, что у меня остался всего лишь один тротил. На эту точку, блин, на... Еще одного у меня нету, блин. Походу грохнули моего одного снайпера, который ставил, ставит тротилы. Интересно, что будет. Угу. Так, подождите-ка. Установим тротил. Так, хорошо. Machine gun, oiled and ready. Medic moving. Come on! Infantry moving. Attack! Moving to where you need me. Moving to where you need... Fire at the target! Fire at the target! Что, зачем эту последнюю точку? Kill him! Fire at the target! Kill him! Блин. Machine gunner reporting for duty. В натуре интересно, что я сейчас буду делать? Ну да ладно, давайте... Возьмем эти... Тротилы. Сорвем. А, задание выполнено. Хорошая отлично. Работа, джентльмены. Наша бронетехника начала движение сквозь проход. Вы должны удержать позицию в авангарде. Ожидаем яростной контратаки противника. Давайте сохранимся. На всякий пожарный. Так. Защитите плацдарм. Вам дали управление над некоторыми танками. Значит, мы сейчас будем обороняться тупо. Мы слишком далеко от плацдарма. Нам стоит вернуться, если мы хотим защитить его. Да нафига, конечно, они пошли сразу. Давайте занимать бункеры. Machine gun, oiled and ready. Machine gun moving. Так, занимаемся бункера. Machine gun moving.
Ready, sir. Infantry moving. One more hostile unit. Добейте его жить. Черт, вот танки. Наконец-то, блин. Отлично. Контратака противника отбита. Теперь вы можете продолжить свое наступление на оборонительные линии. Отлично. Чем больше сохранений, тем лучше, чтобы, блин, заново, если что, не начинать. Ну и все, нам дали этих ребят. Блин. Очень много мне дали. Походу, блин, в натуре сложновато будет. Сейчас нужно уничтожить следующую линию обороны. Мы можем взлететь в любой момент. В принципе, побережье не такое же большое, и линия не такая же большая. Мне бы разведка сейчас. Ладно. Ну, я сохранился. Так, ребята. Давайте сначала... Выведу войска с бункера. Собираемся все здесь. Так. По-быстренькому сейчас перегруппировочку сделаю. Чтобы не путаться. Так. Так. Танки. Как всегда, сначала объединяем танки. Так, это что, корейский танк? Не, крейсерский танк, я тоже сказал, блин, корейский танк, блин. Ладно. Надеюсь, никого не упустил я, да? Так, объединяю первую группу. Пусть все станут... Как-то вот так. И здесь все. Крейсерский танк какой-то интересненький, честно говоря. Не обычный такой, блин. Или мне так кажется. Ну, в принципе, обычный танк. Ладно. Давайте, ребята, двигайте булками. Двигайте булками. Сначала сделаем авиаразведку, а затем уже... Не хочу пока что торопиться с налетами. С ударом с воздуха. Сначала посмотрим, как наземно можно справиться с ними. Посмотрим, может, и массой возьмем, если что. Если получится, да. Ready, так, этих ребят тоже. В одну группу. Объединим. Во вторую. Yes, пошлю всех туда. Блин, здесь еще эти встали ремонтные. Грузовики и... Так, давайте эти транспортники пока что я... оставлю в запасе. Объединю в третью группу. Во вторую группу добавим вот этих ребят. А вот пехоту. Этих всех парней в четвертую группу. Все. Можно сохраниться. Все, делаем разведку. Посмотрим, как это все дело выглядит. Так, вот наш самолетик где-то. Не вижу его. Ух, твою я дивизию, а. Блин. Их-то фига.
их очень много. Еще одну разведку сделаю. У меня бомбардировщик здесь прямо. Блин, слепая зона в натуре. Вроде мои самолеты летят, но нифига не видят. Вот только сейчас он зашел на цель. И сейчас его уничтожат к чертой бабушке. Вот, даже нормальный налет не смог сделать. Ладно. Что с него взять? Ничего. Давайте нападем на них. Побежал к ним в тыл. Честно говоря, очень даже отлично. Я не ожидал, что наши танки так, блин, сметут. Так. Так. Станки тоже стоят, суки. Целая группа, блин. И мои ремонтники, блин. Подтянем всех. Чинить, ребят. Еще эти САУ стреляют по мне. Ох, ёкарка. Давайте сохранюсь-ка я. Так, где моя машина снабжения? Нужно этого снабдить. Это САУ. Aim.
Уничтожьте вы его уже, блин. Нянчитесь как не знаю что. Нужно этих ребят поставить на ноги. Так, пошли пехоты. Там пушка, еще нужно пушку уничтожить. Отлично. Очень даже отлично. Ой, блин. Они же мясорубку строят мне. Капец. Разведаем. Откуда стреляют, не понял я. Угу. Уничтожаем дальше. Снабдить нужно, что ли? Снабжается. Так, я их, ребята, погнали сюда. САУ тоже приступили к работе. Как говорится, снабдились. Так. Давайте пехоту отправлю. Обзор мой прикрылся, блин. Так, что же у нас здесь осталось? Скорее аквакопи, да, эти солдаты. Убиваем их. Все, сохраняемся сразу. В принципе, не так уж сложно. Нам нормально дали. Дивизии, прибывшей на перевал Тибага, мы можем разделить силы противника. У нас войск много. Подкрепление тоже дадут, интересно, или нет? Так, вот здесь еще одна линия. А, во-во, смотрите. Поддержка с воздуха ожидает приказаний. Здесь тоже прибыли ребята наши. И нам дали тяжелый бомбардировщик. Штурмовик у нас был и разведчиков. Как... Что тебе не радость, да, блин? Радость — это радость. Вот это линия обороны, блин. Давайте разведывать. Hurry up! Ready, sir. Так. Need ammo, fuel or repair. Грузовик снабжения. Иди снабжай. Any orders, sir? Enemy sighted.
Yes. Блин, я толком нифига не увидел. Скотина. Ладно, возьму солдафонов. Огонь по гайдону собираем. Здесь у них мины. Infantry on the move. Fire! Enemy sighted! Yes, sir. Fire! Infantry on the move. Fire! Infantry on the move. Infantry moving. Блин, ребят, сейчас пачками уничтожу, блядь. Suppressing the enemy! Fire! Target destroyed! Got it! Yes, sir. Reporting for duty. Shoot them. Infantry on the move. Задолбали, блин. Какие сины, что ли? Суки. Yeah. Так, беру всех. Не знаю, что-то мне говорит, что мы должны разбомбить это все к чертовой бабушке. С одной стороны, хочу рисковать. Ну, у нас сохранить что есть, давайте. Пойда, все возьмем, пойдем на ура. Нормальная оборона, я вам скажу. Короче, загружаемся. Делаем удар с воздуха тяжелым бомбардировщиком. Как я понимаю, это их линия самая такая сильная. После этой линии уже... Благодаря нашей дивизии, прибывшей на перевал Тибага, мы можем разделить силы противника. И, кстати, я забыл совершенно про вторые силы, вот, которые нам дали. Мы можем с помощью них, блин, уничтожить вот эту точку слабую и разбомбить их на тыл к чертовой бабушке. Ладно, просто я думал, здесь у них по слабому и внутри по сильному, но оказывается скорее наоборот. У них внутри, смотрите, вот оборонные позиции такие мелкие, что ли. Ладно. Ладненько. Делаем вот так. Даже не так, давайте вот так. Я не помню, примерно где-то вот так, да, они стоят все.
Разведку сделаем. И наступаем. Нет, не, блин, я как-то неправильно действую, я не знаю, в чем мои ошибки, блин, эти, суки, установки в таких местах стоят, что они непоколебимые, блин, они даже моего бомбардировщика уничтожили, сука. Впереди последний рубеж обороны. Благодаря нашей дивизии, прибывшей на перевал Тибага, мы можем разделить силы противника. Так. Сначала уничтожаем их эти зенитки. Поддержка с воздуха ожидает приказаний. Будем так пробовать. Yes, sir. Yes, sir. Any orders, sir? Снабдим этих ребят. Делаем разведку. Вижу. У них по всему периметру эти, блин, зенитные пушки стоят. Проблема в этом. С этим парнем тоже пойдем. Что есть, даже не можно сказать, что уже у нас в кармане. Все. Здесь восстановятся сами себя. Здесь медик тоже своих восстанавливает, ребят. Это хорошо. Так, все, хора уже бить. Yes. Moving, sir. Affirmative. Affirmative. Yes, sir. Moving, sir. Этих парней я сейчас в жертву дам. Yes, sir. Ага, все, вижу.
достаю для них, суки. Отступайте, ребята. Если мы их уничтожим, то уничтожим всех внутри. Отсюда вот. Сохранимся на этом моменте. И погнали. Не, нормально они укрепились. Я же говорю, все уровни, где эти линии, так называемые обороны есть, они сложноваты чуть. Да ладно, они на меня пошли здесь. Дебил, что ли? Хотя это хорошо, пусть они идут. Всегда та сторона, которая идет нападение, они больше всего... Блин, что это такое? Тигры. Yes, не понял, спустим. Этим тигром, да ладно. А, все. Ну что же. Нормально, нормально. У них укрепление, не оборона. Главное, это тигр. Уничтожим тигр, уничтожим всех. Я так думаю. Добейте его, блин. Ребята. Все. Наконец-то. Добиваем, добиваем этих тварей. Могу воспользоваться авиацией, просто не хочу. Скорее авиация пойдет с этой стороны и... И зенитки их уничтожат, блин. Хоть и даем потери, но результат есть. И это главное. Я так думаю. Блин. Это тот тигр, который... Не добили там. Что это, блин, с этой стороны стреляет? Я не знаю, блин. САУ. Я же говорю. Дальнобойная фигня какая-то. Все. Сохранимся на этом моменте. Ну
Остался только вот этот рубеж. Как-то нужно сломать его к чертовой бабушке. Как-то его нужно сломать. Как же это сделать, я не знаю. Нужно подумать. Any orders, sir? Infantry on the move. Infantry Давайте on пойдем. Тупо уничтожим. Infantry moving. Эти батареи. Hostile unit spotted. Moving, sir. Affirmative. Вот эти батареи. Kill him. Kill him. Fire. On the way. Ready for battle. Affirmative. Так, это послужит отвлекающим маневром. Мы пойдем на лобовое нападение. Вот так. Infantry on the move. Kill him. Ready to attack. Gun won't shoot. Any orders, sir? Yeah. Fire! Any orders, sir? Affirmative. Infantry reporting for duty. Vehicle is operational. Gun is out of action. An enemy. The main gun's damaged. Так, надо постараться, чтобы разлить силы равномерно. Не тупи, не тупи, мои дорогие. Если, ребят, тоже возьмем, перебросим сюда. Moving, отлично. Мои грузовики с пехоты. Давайте, ребята, ломайте их уже. Наконец-то. Да, надо было сначала их с тыла всех обезвредить, а потом уже сделать отвлекающий маневр и прикончить. Ребята, все вместе. Сейчас я возьму эту фигнюшку, зенитную пушку, и с помощью ею будем еще бить. Оставшиеся силы, походу, у нас танки все остались так. Fire! Target in sight! Ready for battle! Attack! The main gun's down!
Красиво. Добиваем сейчас. Ну что? Ага, здесь еще есть. Ну, допустим. Всех же уже угандошил, нет? А, сука. Про себя забыл. Ну, честно говоря, легче, чем предыдущие уровни. Та же линия Манор Гейма, она намного проще. Просто нужно, опять же, знаете как, делать тактику, да. Для этого нужно разведывать, значит, знать, что где находится. Хотя предположительно. 28 марта 1943 года. После победы при Эль-Аламейне мы гнали танковую армию Африка почти 2400 километров через пустыню и Ливию до самого Туниса. В конце концов, они остановились у Габис и развернулись, чтобы дать нам бой. Для этого они выбрали линию Марет, несколько старых фортов, построенных французами до войны. Возведенные на гребне долины, они представляли серьезные препятствия для наших танков. Но Монти был преисполнен решимости окончательно свести счеты со старым врагом и отдал приказ к атаке. Сначала мы пробили линию Марету Зарата и начали расчищать путь для наступления наших танков. Солдаты ОСИ хлынули в прорыв, и нам пришлось оборонять узкий плацдарм. И в этот момент Монти ударил левым хуком, отвлекающим ударом, при котором войска обошли холмы Матмата и, пройдя сквозь перевал Тибага, обрушился на силы ОСИ с запада. Операция прошла с огромным успехом. Как только солдаты ОСИ поняли, что их обошли с фланга, их оборона рассыпалась. Они снова начали отступать, пока мы уничтожали оставшиеся укрепления. Наши силы тылового обеспечения заслуживают отдельной похвалы за то, что они сегодня совершили. Без их артиллерийских и инженерных навыков мы бы не смогли прорвать линию Марет и захватить плацдарм. С приходом ночи бой завершился. А после восхода солнца мы застали остатки танковой армии Африка, убегающими на север, в сторону Вади Акарит. Несомненно, там они дадут нам последний бой. Они истощены, а к нам вскоре присоединятся американцы с запада. Говорят, что Роммель выдохся и покинул Африку. Скоро война здесь закончится. Да, ребята, таким вот макаром они... С обеих сторон, после того, как американцы высадились, это вообще был переломным моментом, они Тунис со всех сторон начали сжимать немцев и итальянцев в кольцо, а Тунис именно был главным административным, точнее, регионом итало-германской армии. У них там был целый протекторат был в Африке. Но после этого они выбили их из вообще... Африки, обратно в Европу и начали высадку в Сицилии. Да. Все, ребята, мы с вами завершили проходить DLC Africa Desert War. Очень крутая DLC-шка, которая повествует о африканском театре военных действий. Так, а следующая наша DLC-шка это The Pacific War. Это про японско-американскую войну. Думаю, говорить здесь не о чем, многие из вас знают. Это война, так скажем, точнее, фрагмент Второй мировой войны. Начался
с нападением японцев на Перл-Харбор, на острова Перл-Харбор, где были расположены американские корабли, американский флот, морской флот. Но уничтожить японцы они полностью этот флот не смогли. И в скором времени США восстановились и дали сдачи японцам. Как-то так. Короче, ребята, начнем прохождение Thunderstruck 4 за Pacific War в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Если да, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, пишите комментарии. С вами был Рауль, вы были на канале с Game Street. Всем пока.